Жаркий день 8 августа компания из Атяшевского района что-то праздновала на пруду возле села Тетюши. 39-летний мужчина после возлияния тоже решил окунуться в прохладную воду. Нырнул. И больше на поверхности воды не появился. В 14 часов 17 минут по системе 112 поступило сообщение о том, что в Атяшевском районе, в населенном пункте Тетюши, на пруду, возможно, утонул мужчина, предположительно 30 лет. На месте происшествия в течение 2 дней работали водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. 9 августа в 18 часов 4 минуты тело утонувшего всплыло на поверхность пруда и извлечено родственниками. Работать спасателям пришлось в условиях недостаточной видимости. Дно пруда илистое, много растительности. В самом глубоком месте водоем почти 3 метра. С наступлением ночи поиски приостановили, а накануне тело поднялось на поверхность. Теперь делом занимается следком Мордовии. Ордатовским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летнего жителя поселка Атяшево. По предварительным данным, 8 августа текущего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал купаться в водоеме, расположенном рядом с селом Тетюши, и утонул. В настоящее время следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде в Атяшевском районе стала 9-й в этом купальном сезоне и уже 13-й с начала года. Открыл череду происшествий погибший 5 июля в Судосево мужчина. Затем отметились водоемы и реки Парапина, Заречного, Ичала, Кадошкина, Темникова, Красной Пресни и Зубовой Поляны. Все погибшие мужчины от 20 до 70 лет и двое детей 12 и 15 лет. Наталья Тюрина, «Наши новости».